На сегодняшний день, учитывая актуальность угрозы экстремистских проявлений на территории Дагестана и распространение идеологии терроризма, необходимо повышение эффективности системы мер по профилактике экстремистской террористической идеологии среди молодежи. Возникшую проблему эффективности проблемы управления образованием по противодействию экстремизма и терроризма, в частности индивидуального профессионального воздействия на лиц, наиболее подходящих под влияние идеологии терроризма на территории республики, обсудили на совещании представители Управления образования Северной зоны под председательством советника министра образования Республики Дагестан Ларисы Калмыковой. Ежеквартальная отчетность, вы понимаете, ну как-то бывает иногда не хочется увеличивать ее, эту отчетность, но хотим или нет, жизнь заставляет, и нам приходится ее, допустим, какие-то определенные статистические данные требовать от вас, потом информацию чисто о том, что вы делаете на местах. И у нас есть нормативно-правовая документация, которую хотим или нет, нам надо исполнять. Все те поручения, которые дают и Министерство России, и те поручения, которые дают нам и АТК на заседаниях антитеррористических комиссий во главе с председателем данной комиссии. Поэтому, хотим или нет, нам приходится это отчитываться. На совещании присутствовали сотрудники городского отдела, представители управления образования муниципалитета города, методические специалисты Тарумовского, Казбековского, Хасаюртовского и Навлакского районов, а также заместители директоров по воспитательной работе. Заместитель начальника управления образования Марат Даибов отметил, что на сегодняшний день в городе во всех образовательных учреждениях имеется поставка антитеррористической безопасности, где есть подробная информация, согласованная с необходимыми службами, такими как МВД, Управление образования и многими другими органами. Именно непосредственно той работы, которую проводится в образовательных учреждениях, я больше не уверен, честно сказать, это и у вас проводится. Во всех образовательных учреждениях наша основная с вами задача – это, конечно же, профилактика. Профилактика терроризма, экстремизма, чтобы наши дети не попадали в ту среду, в которую зачастую попадает молодежь от своего незнания. Заместитель главы администрации Хайбулла Умаров подчеркнул, что в городе проводится огромная работа представителями лекторской группы с учащимися школ и студентами города. Продолжив, что экстремизм и терроризм в современных условиях постоянно изменяется. При этом серьезно возрастает уровень конфликтности, существенно поднимается уровень материального и морального ущерба для общества. В Хасаюрте на текущий год запланировано множество профилактических мероприятий на тему идеологии экстремизма и терроризма среди молодежи. Бурлия Цамбиева, Абдулла Алиев, информационная программа «Пульс».